Всем привет, с вами Inform TV. Это Рита Тберидзе, известна всем как тренер по фигурному катанию, которая вырастила спортсменов международного уровня, таких как Алина Загитова, Юлия Лепницкая и Евгения Медведева. Часто Этери называют беспощадным тренером, который не дает отдыхать своим подопечным и заставляет их тренироваться чуть ли не сутками до потери пульса. Но без строгого воспитания вряд ли бы из них что-то вышло. На снисхождение в ходе тренировок претендует лишь один человек – ее дочь Диана Дэвис. Девочка родилась в 2003 году в США, в штате Техас. В те времена Этери еще делала блистательную карьеру, выступала фигуристкой. До сих пор неизвестно, кто отец Дианы, они тщательно скрывают его имя. Известно лишь, что мужчина до сих пор принимает активное участие в жизни дочери. Девочка росла, была немного шаловливой, иногда болела, как и многие другие дети. Все было хорошо, пока в 2006 году из-за врачебной ошибки Диана не потеряла слух. На тот момент девочке было всего 2,5 года. Потерю вызвал антибиотик, приписанный врачом. Этери вместе с дочкой обошли сотни специалистов, но никто не смог помочь. Женщина пыталась восстановить здоровье дочери всеми способами. Они объездили многие страны в поисках лекарств, сдавали множество анализов. К сожалению, вердикт врачей был один – слух восстановить невозможно, и с этим придется смириться. У Тутберидзе разрывалось сердце из-за собственного ребенка, но ей больше ничего не оставалось, как просто помочь девочке жить в этом мире. Вскоре Диана заинтересовалась плаванием, но от этой идеи пришлось отказаться. Женщина боялась, что из-за плавания не сможет видеться с дочкой, поэтому она решила поставить ее на коньки и сделать из нее одиночницу. Диана занимается фигурным катанием еще с дошкольного возраста и делает большие успехи. На сегодняшний день ей уже 17 лет. Слух по-прежнему не вернулся. Для танцев на льду достаточно только воспринимать ритм музыки и понимать отдельные фразы. В принципе, с этим Диана отлично справляется. Последние несколько лет она уже не одиночница. Она танцует с фигуристом Глебом Смолкиным. Пара принимает участие в соревнованиях как российского, так и международного уровня и завоевывает множество наград. А как вам кажется, похожа ли Диана на свою маму? Пишите в комментариях. Если вы любите фигурное катание, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!